1891 год. Над Европой сгущались тучи. Франция и Германия оказались на пороге войны. Люди были напуганы серией взрывов. Одни говорили, что это националисты, другие, что анархисты. Но, как обычно, у моего друга Шерлока Холмса была своя теория на этот счет. Вам нравится моя паутина? Вы это так называете? Следуйте за нитью. Вопрос. Что у скандала с участием индийского хлопкового магната, передозировки китайского торговца опиумом, взрывах в Страсбурге и Вене и смерти сталелитейного магната в Америке может быть общего? Судя по вашей диораме, профессор Джеймс Мориарти